завтрак будет яичница с овощами. Поджариваю лук и это, и перчик. Сейчас добавлю помидоры. И пусть они тоже немного поджарятся. И добавлю яйца. Два яичка, наверное. Как вам такой завтрак аристократа? Супер! Давно не ела так. Мечтала, можно сказать, об этом. Вот такой натюрморт. Я еще добавила шпината немного. Короче, всем приятного завтрака. Поставила кофейный напиток. Как же без него? Утро-то, это же все-таки утро, это же не обед. И усю. И сейчас, мои рыбы, пойдем гулять. Мы гуляем. Там у нас море. Сегодня хорошее море. Все с утра на пляж идут. Но некоторые спортом занимаются. И мы в том числе. Видите, наши на велосипедах. Все дела. Я когда сюда приехала, солнца не было. Было как-то пасмурно. А сейчас вышло солнце и вообще жарище. Жара, жара, жареное солнце. Так, ладно. Там какие-то там, по-моему, море-то бушует. Или что, шторм, что ли? Хотя ветра нет. Вижу белые шапки. Белые шапки, барашки, как их там называют на воде. Когда на воде. Или это просто место такое. Так, а вот он. Думаю, уже потеряла. Потеряла мою рыбочку такую сладкую. Как же я его могу потерять? Хвостик какой аккуратный. И уже вот, когда он его опускает, вот, он уже не волочится. И не собирает всю грязь. Мы уже почти дошли до половины. Сейчас будем возвращаться. Я сегодня по набережной гуляю, потому что... Раньше думала, что тут много детей, но все на пляж идут, и детей практически нет. Все на пляж гурьбой. Так что вот уже дотуда, там повернемся и пойдем обратно и домой. Не знаю, что сегодня будем делать. Вообще я хочу сделать все-таки вот эти вот как пирожки с руколой, ой, с руколой, с... Господи, как она называется-то, как творог-то? Рикотта и шпинатом, и курицу-гриль купить, которую у нас там делают на углях. Ну, так как-то вкусно пахнет, я мимо прохожу утром и слюной давлюсь. И все, пытаюсь купить ее, а и сделать соус тартар. Не знаю, потом послушаю, муж позвонит, скажет, что там у него, какие планы. Ему-то, конечно, пиво попить с тапами. Ну, я тоже бы не отказалась. Ну, в общем, поживем, увидим. Что гадать. Все у нас будет. А пока прогулка. Хожу я, кстати, в сандалях, потому что в кроссовках неудобно, жарко. А я вот эти сандали специально купила. Они очень удобные, даже удобнее, чем в кроссовках. И не так жарко. Они специальные. Как сандали комфорт, что ли. Вот такие вот дела. Я смотрю, люди в кроссовках ходят. Как им не жарко, я не понимаю. Мне очень нога. Так, как она у меня мерзнет, так она у меня и потеет. Поэтому, где моя рыба? А там собачка. Собачка там. Бежит, бежит, бежит. Где моя рыба такая красивая. Да. Все. Возвращаемся. Намешала рикотта. Рикотта — это что-то типа творога, только пресный. То есть не так, творог кислее. И шпинат. И вот такие вот у меня есть тесто вот такое. Оно какое-то не песочное, но и не слоеное. Вот какое-то оно особенное, не знаю. Там уже такие специальные кружочки. Вот так вот. Ты наполняешь их и защипливаешь. И все. Вот стреляют опять.
сейчас Чарли прибежит. Вот Чарли прибежал. Все, он уже боится. Не бойся, ничего страшного. Пойду посижу немножко с ним. Также сделала соус тартар. Это малосольные огурчики. Беру в Лидле, они самые вкусные и не такие уксусные. Чеснок по вкусу и греческий йогурт. Ну и соль, естественно, тоже по вкусу. Очень вкусный соус, можно даже просто на хлеб намазывать и есть. Мне прям так нравится. Тартар, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Ну, готовлюсь к курице. А вдруг курицу-то все-таки купим? Там мои пирожочки запекаются. Вот они, мои сладкие пирожочки. Точнее, они не сладкие, они соленые. Вот. Ну, не сегодня, так завтра мы это все съедим. Вот такие пирожочки получились. На вкус не знаю, еще не пробовала. Попробую, скажу вам. Все-таки идем пиво попить. Кстати, сходить пиво попить там в ресторан, да, тут или там еще куда-то. Это не значит, что нужно нарядиться, накраситься, быть красивой. Это просто пойти поесть. Здесь люди даже ходят, знаете, как купальник сверху, там какая-нибудь туника с пляжа. Я к этому привыкала, наверное, года два. Потому что, ну, для меня был ресторан, это что-то такое. Что-то такое, что вот оденешься в ресторан, красиво, да. Здесь нет. Здесь ресторан, это просто место, где можно покушать. Ну, я еще ничего, я платьишко одела. Вот. Сейчас позвонил, сказал, поехали пиво пить, как всегда. Я съела один пирожок. Вы знаете, ну так, ни рыба, ни мясо, скажем так. Могло бы быть и получше. В общем, рикотта лучше я с медом съем так, чем в пирожках. Просто я где-то читала или кого-то видела, что это так вкусно, что там это. Нет, не особо ничего нет. Это моя красавица, чистая такая, я прям даже ее даже не узнаю. Это моя, точно? Да. Так что вот так. Сейчас посмотрим, куда поедем. Что будем пить? Идем вот в этот бар, но нам всегда нравится сидеть внутри, где барная стойка, а не на террасе. Там обслуживают быстрее внутри. La nuova, nuova, seconda generación. Так что идем сюда. Пивка попить. Ну, как всегда, я взяла вот этот. Это пиво с лимоном. Здесь 2 градуса, это какое-то другое. И мига жареная, ну, как всегда, жареная мамка с рыбкой. Всем приятного аппетита. А это вторая тапа. Я уже взяла безалкогольное пиво. Тут слишком много, не могу допить. А закуску где дают? Только к пиву. Поэтому это вот типа кальмарчик. Ну, не знаю. Родственник кальмара, в общем. Хожу тут по кухне, заварила себе конский хвост, скажем так. Я постоянно забываю, как он по-русски. Поэтому будет конский хвост для выведения жидкости из организма. Пьем очень много сейчас. Я пью много всяких чай, травяные чаи, лимонад. Очень много. И у меня закончилась стевия. Сахар я не пью. Стевия закончилась. Жалко, завтра в Меркадоне надо купить. Я добавила вот такой сироп агавы. Потому что я не сладкий, чай, все такое, я это все не люблю. Я не могу, не знаю, мне должно быть сладко. Некоторые там кофе, я пыталась, пробовала без сахара пить чай. Невкусно, но невкусно. Смотрите, что осталось от пирожков. Муж почти все сожрал. Мы сегодня мало попили пива, скажем так, и мало поели тап. Потому что хоть мы в одном баре побыли, здесь, знаете, вообще как принято, не принято, забурлил в один бар и сиди там до потери сознания. Здесь нужно сходить в один, потом в другой, потом в третий, пятый, десятый. И вот мы в одном выпили 2 пива с 2 тапами. Муж говорит, пойдем в тот, там у меня знакомый,
Ну, пойдем, пошли, 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 а он, оказывается, сегодня закрыт. То ли из-за того, что август, то ли из-за того, что воскресенье. В общем, я говорю, давай, поехали домой, у меня там пирожки есть. Ну, он говорит, ну, ладно. Да, и приехали домой, пирожки все слопал, оставил мне два, один я уже тоже слопала. Вот, с рикоттой этой. Просто он, наверное, с голодухи их поел. Я всю посуду перемыла, ну, только вон ту кастрюльку осталось помыть. Ногти, чтобы сделать, маникюр себе накрасить. Я форму уже сделала и хочу себе ногти накрасить. Хотя сейчас их красить как бы бессмысленно, потому что я на море же езжу, каждый день купаюсь. В общем, от воды у меня вообще ни гель-лак не держится. Я пыталась в прошлом году или позапрошлом, кто давно меня смотрит, я ходила, делала ногти, они у меня держатся неделю. Гель-лаки, шлаки, все это у меня не держится. То ли ногти такие, то ли просто от того, что я постоянно на воде. Головы мою клиенткам, потом химия всякая, в общем, один ног и два у меня всегда отваливаются. И я не стала делать все это занятие, потому что там долго снимать их потом. Просто обычным лаком делаю, и он мне держится буквально столько за одну неделю. И вот так вот. В общем, к чему я это говорила, что помыла посуду, распарила ногти. Сейчас пойду их немного маникюр поделаю, обрежу и накрашу ноготочки. Пока вот чаек выпью. Нет, он остынет пока. А я как раз покрашу. Так, такие вот у нас планы. А потом мы кое-куда поедем кое-что делать. Кто меня давно смотрит, знает, что это наш... Наша старая квартира. Сейчас ее сдают. Вернее, вот приедут, будут с четверга сдаваться эта квартира. Что там? Что там воняет? Мы здесь раньше жили. Кое-что, зачем приехали? Да? Кое-что забрать приехали. Ее уже сдавали. Собака, видите, у них тут была и разодрала вот так, как вот диван. А, вот что Чарли нюхает. Они тут с собакой жили. И он нюхает, что здесь пахнет собакой, да? Вот. Тут мы жили. Это наша кухня была. Вы знаете, никакой ностальгии у меня как-то нет. В этой квартире мне никогда не нравилось. Не знаю, почему. А, та лавадора пуэста? Здесь сейчас убираются, чтобы привести все в порядок. Сейчас заберем и поедем. Банти сантиму. Смотрите, на работе у мужа сколько котят. Ой, их тут пропасть. Ой, они, смотрите, ручные. Ручные. Ой, ты там тоже пьешь? Чарли там, наверное, с ума сходит. Рыженький. Ой, смотрите, сколько их. За ними тут ухаживают. Ой, это еще побольше. Ой, Чарли мой там уже с ума сходит. Ай, от того, во-первых, это кошки, во-вторых, это... Что я их глажу. Ну, Песа. Он смотрит уже, смотрит. Вот у нас ферия здесь. Она уже открылась. Праздник. Мы пойдем на этой неделе на ферию, так что будьте на связи, как говорится. А еще у нас сегодня... Там подальше сейчас покажу. Смотрите, сколько машин стоит. И все это, знаете почему? Смотрите, сколько. Здесь вообще никогда это место, вообще за городом. Никогда никаких машин нету. Но сегодня у нас вот здесь площадь быков. Площадь быков, где происходит коррида. Быков, бой быков.
И сегодня это выступление. Там какие-то знаменитости приехали. Ну, знаменитые вот эти вот, которые с быками воюют. Я все это не люблю. Видите, сколько машин. Поэтому это не для меня. Убивать быка по чуть-чуть, это как бы, я этого не понимаю. Чарли у меня просто здесь в ногах сидел, здесь полиция везде, и мы как бы, чтобы, ну, нельзя собаку свозить так. Нужно, чтобы сзади и на привязи. А вот у нас закат, едем домой. Порезала себе арбузик на ужин. В общем, зачем мы ездили на работу к мужу? У него там были две такие... Как их сказать-то? Два листа такие на крышу, чтобы у нас на крыше, там же закуток есть, он без крыши, туда вот, чтобы крышу приделать. И вот на этой неделе говорит, что сделает. Но вы знаете, испанцы они такие, они сказали, через год, через два сделают. Ну нет, если я буду на мозги капать, то сделается быстрее. Ну вот, блин, намазалась кремом и вся уже сырая. Включила вентилятор, но я его не сильно включила, потому что... А почему я его не сильно включила? Надо посильнее включить. Ой, я тут с одной стороны. Вот цвет, а с другой стороны вот так. Посерединке надо, чтобы включился. И вот надо крышу уже готовить к осени. У меня же там все-таки машинка стиральная и кое-что-то тоже. И стулья я там пляжные. Припишал. Стулья пляжные храню. В общем, все на свете. Сейчас какой-нибудь фильмец посмотрю, включу. Сегодня у нас футбол, поэтому я сегодня одна. Футбол по телевизору. А футбол обычно по телевизору показывают по платному телевидению. Я из-за телевизора одного платное телевидение не собираюсь делать. Да и вообще, я футбол не люблю. Поэтому мы так, в гордом одиночестве. Ой, ну вы посмотрите, вся сырая, только из душа вышел. Душ и воду горячую даже не включаю сейчас. Она идет вообще прям теплая. И так хорошо. А кремом намазалась и прям вся уже обтекаю. В общем, вот у нас уже, смотрите, 10 час, а еще светло, как хорошо. Люди только... с пляжа возвращаются. Мы, может, завтра съездим, не знаю. В общем, поживем, увидим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы приходило напоминание, что я тут. И встретимся с вами завтра. Всего вам наилучшего. Пока-пока.